Это сделали специально, чтобы люди свое время не тратили, понапрасну выбрали день, время. Я воспользуюсь очень хорошей скидкой. Я вам скажу, там где-то есть 1000 рублей, где-то есть 800 рублей скидка. То есть для, допустим, для пожилого человека, у которого пенсия маленькая, то это ощутимая сумма. Кто, может быть, ленится, может быть, не знает, может быть, не умеет, может быть, не хочет, они, конечно, стоят в живой очереди. Но мы сначала обслуживаем тот, кто себе время выделил, тот, кто выделил себе день. А если остается время, мы уже уделяем время вот именно живой очереди.